Школьники получат новые аттестаты. Миноборнауки разработала образцы документов о получении общего образования. Проект приказа опубликован на официальном сайте ведомства. Согласно документу, с будущего учебного года выпускники и девятиклассники будут получать аттестаты фиолетового цвета, отличники – красного. Изменится и размер документа, он станет больше. Аттестат об окончании 11 классов будет такого же размера, но сине-голубого цвета. А для золотых и серебряных медалистов документ останется красным. Добавлю, новые аттестаты отпечатают на бумаге с водяными знаками и невидимыми волокнами.